Большое спасибо. Я должен признать, что был бы счастлив сидеть в течение следующих полчаса, просто чтобы слушать. Это было настолько воодушевляюще. Я собираюсь прочитать пару стихов сегодня утром в качестве вступления. И услышав эти стихи, если в вашем сердце есть потребность в покаянии, потому что Бог возлагает на меня послание покаяния, возрождения и реформации в эти выходные, и это связано со смертью и воскресением Иисуса. Мы открыли дверь для этого со вчерашнего вечера. Великое послание о святилище, которое Бог доверил этому движению. И я также взволнован этим утром, как и вчера вечером, так что у вас проблемы. Я более воодушевлен, чем когда-либо благодатью Божьей. Я взволнован тем, что являюсь частью движения, которое несет такое послание. И я призываю вас провозглашать его всем своим сердцем. Евреям 10 глава. И стих 14. И я читаю. Один из великих составных стихов Павла. Евреям 10:14. И я читаю новую американскую стандартную Библию. «Ибо одним приношением». Всякий раз, когда вы видите слово «приношение», это ссылка на какое событие? Искупительная смерть Иисуса. Позвольте себе услышать это сегодня утром. «Одним приношением». Через искупительную смерть Иисуса Он сделал совершенными сколько? Я могу перечислить по пальцам одной руки тех людей, которых я знаю, которые действительно верят в это. Одним приношением через искупительную смерть Иисуса Бог объявил нас совершенными насколько? Навсегда. Я не могу вам передать, как я устал от встречи с перфекционистами. Они самая несчастная группа, которую когда-либо встречал. И у них есть все основания быть несчастными, потому что они никогда не чувствуют себя достаточно хорошими. Это сосредоточенность на человеческих достижениях вместо сосредоточенности на достижениях того, кто действительно имеет значение. И я раскаиваюсь сегодня утром даже за все те годы проповеди, когда я не мог признать, что дело не в том, насколько хорош я, а дело в том, насколько хорошо он справлялся в подобии грешно-человеческой плоти. У нас даже есть движение среди нас сегодня, которое не позволяет Иисусу быть полностью человеком. Это совершенно невероятно. И сделал вас совершенными навсегда одним приношением, а не стремлением делать все правильно. О, у нас снова проблемы сегодня утром. У меня будут очень слабые выходные, если вы не будете осторожны. Мне нужны доказательства жизни здесь. Они не становятся совершенными и стараются изо всех сил делать все правильно с некоторой помощью от Бога. Он знает о нас, поэтому Он провозгласил нас совершенными навсегда. Пока мы вступаем в прекрасную работу сотрудничества с Иисусом каждый день,
тогда Он растит нас в свое подобие. Я сказал вчера вечером, что повторю это снова сегодня утром, что все время, пока вы растете, учитесь облекаться в Иисуса, чтобы Его святость проявлялась через вас. Благая весть в том, вы не осуждены. Вы не осуждены, потому что ваше осуждение пало на Иисуса. Поэтому теперь нет осуждения тем, кто находится. У меня для вас благая весть, небольшое признание сегодня утром. Моя самая большая проблема в жизни — не пытаться стать лучше. Моя самая большая проблема в жизни — быть во Христе каждый день моей жизни. Я не был воспитан с такой привычкой приходить ко Христу. Приходить ко Христу каждый день и видеть. Невероятно, что Бог смотрит на меня, как будто я совершенен навсегда. И это не имеет никакого отношения, хвала Богу за эту реакцию, это не имеет никакого отношения к тому, как я себя чувствую, или насколько я лучше сегодня, чем вчера. Это связано с тем, как хорошо Иисус вел себя в человеческой плоти. И вот мост, который хочу, чтобы вы перешли в эти выходные, это огромный мост, который нужно перейти. Если это произошло с Иисусом, Бог верит, что это произошло и со мной. Если это произошло с Иисусом, Бог верит, что это произошло со мной, потому что невероятно, что Бог принял Иисуса вместо меня. Это был младенец, подтверждающий это. Спасибо. У нас здесь есть аминь от самого нашего младшего члена. Спасибо. Читаем «Избранные вести», том 2, страница 33. Не пропустите это. Это подтверждение от слуги Господней. Послушайте. Мы не должны бояться того, что Христос и Бог думают о нас. Вы слышали это? Мы не должны беспокоиться о том, что думает о нас Бог, а о том, что думает Бог о Христе, нашем заместителе. Эллен Уайт была права. Почему так много детей Божьих беспокоятся о том, как у них идут дела? Я сталкиваюсь с людьми каждую неделю своей жизни. «О, брат Ливерсич, вы знаете, наступает трудное время. Я не уверен, что буду достаточно сильным. Буду ли я достаточно хорош?» И я говорю: «Нет, не будешь». Но есть один, кто был достаточно хорош, кто прожил совершенную жизнь. И невероятно, Бог принял его жизнь вместо нашей. Перестаньте стремиться к совершенству и начните стремиться прийти ко Христу и облечься в Иисуса каждый день своей жизни. И у вас будет все, поверьте мне, у вас будет все. Разве Бог не обещал, что начав у нас доброе дело, Он доведет его до конца? Это Его обещание. Посмотрите на остальную часть 14 стиха. Одним приношением Он сделал совершенными навсегда. Кстати, времена здесь очень важны. Некоторые из современных переводов подхватили это из греческого. Это настоящее продолженное время. Надеюсь, ваша версия это зафиксирует. И это для тех, кто на самом деле там... Что там написано? Кто увидел? Те, кто находится в процессе освящения. Это благая весть или что? Что пока я освящаюсь, какая у меня уверенность? Что в глазах Бога
Я совершенен. Пока я освещаюсь, а это целая жизнь, весь путь этого пути, я объявляюсь совершенным. Это прекрасно. Знаете, что придает мне сил? Так это знание того, что в день искупления утренняя жертва все еще была доступна. Вплоть до утра дня искупления было сделано обеспечение на случай, если кто-то оступится. Разве это не невероятно щедро со стороны Бога? Давайте отвлечемся от себя и начнем фокусироваться на Иисусе, чтобы мы могли действительно воздать Ему славу, которую Он заслуживает. Я хочу прочитать еще один стих. Я мог прочитать здесь дюжину. Мы все еще во второй главе послания к евреям. Вторая глава послания к евреям, стих 14. Кстати, если сегодня утром в церкви есть кто-то, кто стремится пытаться стать совершенным с помощью Бога, я призываю вас к покаянию сегодня утром. И в конце служения я хочу, чтобы вы встали со своего места, спустились сюда, преклонили колени и покаялись. Это отрицание того, что Бог совершил через искупительную смерть Иисуса. Это не для Его славы. И вот что еще происходит сегодня утром. Евреям, 2 глава, и стих 14. «А как дети причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные». О, я хотел бы развить эту тему сегодня утром. «Принял оные, чтобы смертью он мог совершить что? Уничтожить силу дьявола». Так читаются некоторые версии. Другие говорят, силу смерти. Моя версия говорит, что он сделал бессильным того, кто имел власть смерти, то есть дьявола. Дьявол через смерть Иисуса был сделан бессильным. Так почему же некоторые из детей Божьих все еще играют с ним в игры? Все еще ведут себя так, как будто у него есть власть в их жизни? У него нет никакой силы, никакой власти над теми, кто верит в искупительную смерть Иисуса. Он был лишен силы. Недавно я был в Новой Зеландии, и старейшина, его жена из церкви, в которой я был, подошли ко мне и сказали: «Старейшина Ливерсич, есть ли у нас большая проблема?» Я сказал: «Присоединяйтесь к человечеству». Они сказали: «Ну это же наш 21-летний сын. Он стал священником дьявола. У него в спальне алтарь дьяволу, и нам не разрешено входить в его спальню». Я спросил: «Чей это дом?» Они сказали: «Это наш дом». Я сказал: «Правда?» Они спросили: «У вас есть для нас совет?» Я сказал: «Конечно». «Какой совет вы можете дать, потому что он священник дьявола?» Я сказал: «Мой совет очень прост». И я прочитал им этот стих. «Заберите его. Верните своего сына». А они посмотрели на меня пустыми глазами. Я сказал: «Верните его. Тот, кто забрал его, не имеет реальной власти. Никакой власти против любого, кто действует во имя Иисуса. Заберите его обратно». Они сказали: «Вы нам поможете?» Я сказал: «Вы знаете, может быть, я и помогу. Я сказал: я свободен в среду вечером, я могу прийти к вам домой». Они сказали: «Он не приходит домой до полуночи, это было бы идеально». И когда они ходили, я сказал старейшине: «У вас есть лом?»
Он посмотрел на меня и сказал: «Зачем вам лом?» Я сказала: «Подумайте об этом до среды вечера. И надеюсь, когда я приду, вы поймете, зачем мне лом». Итак, я пришел к этому дому, постучал в дверь. Дверь открылась. Там стоял старейшина с ломом в руке. Он победно сказал: «Я знаю, зачем вам лом». Я сказал: «О, аллилуйя!» И мы сломали замок на этой двери. Мы вытащили этот жертвенник. Все атрибуты, связанные с поклонением демонам. Мы разожгли костер на заднем дворе. Я помазал этот дом маслом, которое является великим символом Святого Духа. Я сказал им: «Кстати, у вас самый безопасный дом в округе». Было 10 часов вечера. Я сказал: «Мне нужно идти». Я начинаю вставать: «О, не могли бы вы остаться до полуночи?» Я сказал: «Нет, мне нужно идти». Бог говорил мне, что им нужно стоять в своей вере здесь, не в моей. Итак, в полночь сын вернулся домой, вставил ключ в дверь, поставил ногу на порог, толкнул дверь и вошел в дом, но невидимая сила не дала ему войти, потому что мы знаем, что это был ангел. И он все пытался войти, но не мог пронести свое тело в дом. И он начал кричать и разбудил весь район: «Что ты сделал с этим домом? Я не могу сюда войти». И он пошел к приятелю и провел там ночь. Позвонил своим родителям на следующее утро и спросил: «Могу ли я прийти домой и взять какую-нибудь одежду?» Они быстро позвонили мне за советом. Я сказал: «Нет, он не вернется домой, пока он не захочет, чтобы вы послужили ему и изгнали из него демона. Он не может вернуться домой». Это заняло месяц. Через месяц он сломался. Он позвонил своим родителям. Они послужили ему, демон был изгнан из него. Во время недавней поездки в Новую Зеландию мне посчастливилось крестить этого молодого человека. И я сказал... себе: «Зачем мы играем в игры с врагом? У него нет никакой силы и власти, потому что они были разрушены искупительной смертью Иисуса». Итак, когда Библия говорит, что мы оправданы, Римлянам 5:1, были оправданы верой. Почему мы не верим в это? Что значит быть оправданным через искупительную смерть Иисуса? Кстати, кто имеет греческий корень для меня в слове «оправданный»? Я здесь в кампусе и могу смело задать этот вопрос. Каково корневое значение слова «оправданный» на греческом языке? Это не означает сделанным оправданным, не так ли? Это не значит быть оправданным. Это освящение, это оправдание. Это значит быть объявленным праведным. Спасибо. Это значит быть объявленным праведным. Это значит, что чья-то праведность фактически засчитывается вам, потому что Иисус стал грехом ради нас. Это мост, который я прошу вас перейти сегодня утром. Бог принял Иисуса вместо вас. Слабый ответ, не так ли? Если это случилось с Иисусом... Аллилуйя, сестра! Мне нравится, что вы здесь проповедуете сегодня утром. Повторите это еще раз. Вау! У вас получилось. Спасибо вам большое за это. Если это случилось с Иисусом, это случилось и с нами. Президент сказал, что у меня всего 30 минут. Это немного удручающе, не так ли? Мы еще не вошли в наш отрывок. Я надеюсь, что сегодня утром у меня будет минимум 2 часа. На днях я ходил в церковь, и мне сказали: «Мне старейшина Ливерсич, у нас отведено 3 часа для церковного служения». Я сказал: «Оживите меня, когда я упаду в обморок». И мы провели самое сильное время вместе в Слове. Откройте ваши Библии вместе со мной сегодня утром. Нам пришлось войти в наш отрывок. Иоанна, глава 13. Иоанна, глава 13.
Вы знаете, что у Иисуса была такая же борьба со своими учениками. Та же борьба, что и у нас сегодня. Им было очень трудно принять тот факт, что Его искупительную смерть принесет примирение, оправдание, победит их врага, объявит их праведными, все эти прекрасные вещи, и, похоже, они не могли этого понять. После 3,5 лет сидения у Его ног они так и не поняли. Они были же, видимо, такими же грубыми, как и мы. Надеюсь, вы поняли это сегодня утром. Я очарован тем, как много знал Иисус. Посмотрите на 1 стих. Перед праздником же Пасхи Иисус, зная, что пришел Его час. Он знал, что Ему следует перейти от мира сего к Отцу, потому что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. Какое прекрасное утверждение. Стих 2. Во время ужина дьявол уже вложил в сердце Иуда, чтобы предать его. Итак, я называю этот ужин с врагом. Вчера вечером мы говорили о смерти и жизни Иисуса, но сегодня утром я позволяю Его смерти произойти полностью и окончательно. Иисус знает об Иуде. Конечно, Он знает. Но Он возлюбил его до конца. Я не понимаю такой любви. Я нет. А как вы? Это непостижимо для меня. И в стихе 3, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки Его, кстати, чтобы ободрить вас, если Христос у вас, вы знаете, куда вы идете, вы знаете, с кем вы будете говорить, вы даже знаете, какие слова сказать, вы знаете это. И это не вы, это Бог в вас знает все эти вещи. Второе наше служение будет посвящено Бог в нас. Иисус все это знал. Но теперь мы подходим к большому стиху, к важному, главному стиху, стих 4. Я должен снова признать, что я проповедовал по этому отрывку годами, не слыша его. Посмотрите на стих 4. Он встал с ужина и снял с себя одежду. Я упустил это. Иисус снял с себя одежду. И я, наконец, спросил, в чем он там стоит? И я хочу сказать, я надеюсь, что он был в нижнем белье. Знаете, у меня довольно живое воображение, поэтому я пытаюсь представить Иисуса действительно снимающим одежду. Почему? Итак, он либо ничего не носит, либо очень мало. Вот что я упустил. И мне нравится думать в этот момент о том, как Иисус, Сын Божий, Сам Бог во плоти, снял с Себя божественность, чтобы Он мог облечься в человечность. Мне нравится это сравнение. Иисус снимает с Себя одежду. Теперь я знаю, почему Он ее снял. Если вы прочитаете все это станет очень интересным. И взяв полотенце, что Он с ним сделал? Знаете, мы так хорошо умеем толковать Писание в соответствии с нашими собственными современными опытом в ванной. Мы представляем Иисуса, оборачивающего его вокруг своего живота. Мы часто это делаем, когда выходим из душа. Но я исследовала это. Знаете, что я выяснил? Иисус не выходил с полотенцем вокруг талии. В те дни полотенце на самом деле было мантией, одеждой. Его носили слуги. Оно было из очень грубого материала. Он надел его. Вот почему говорится, что он припоясал себя. Слово «полотенце» сбивает с толку, потому что мы думаем о прямоугольном куске ткани. Понимаете? Но это была одежда. Иисус снял свою собственную одежду, чтобы надеть одежду слуги. Теперь он стал, это мое любимое изображение Иисуса, это Бог. А теперь он стал как слуга.
Кстати, все наши церкви жили бы, если бы мы просто стали слугами друг другу. У нас была бы полнота Духа среди нас. Понимаете? Это Бог, владыка Вселенной, действующий как слуга. И посмотрите на 5 стих. Он налил воды в умывальник и начал мыть ноги ученикам и оттирать полотенцем, которым он был припоясан или был одет. И вдруг в моем сознании зажегся свет. Эта одежда, которую он носит, имеет удлиненную часть. Она была перекинута через руку вот так и свисала. Иисус вытирал ноги своих учеников одеждой, которую он носил. И затем в моем сознании вспыхнуло озарение. О, аллилуйя! Невероятное значение этого акта. И у нас есть два человека здесь спереди, которые говорят «да, да». Что вы слышите в этот момент? О, аллилуйя! Она не только пела, она также обращалась со словом. Слава Господу! Встаньте, повернитесь. Вы привыкли к аудитории. Встаньте, повернитесь и просто объявите всему собранию то, что вы только что сказали. Потому что я слышал вас, но я не думаю, что они слышали. Большое спасибо. Когда Иисус омыл ноги своих учеников и вытер их одеждой, которую Он носил, если какое-то слово, которое приходит вам сейчас на ум, что Он делал в отношении наших грехов? Символически. Нам нужна благодать. Что Он делал символически с нашими грехами? Ну, дайте же мне слово, которое имеет смысл. Я чувствую слабость, но снова негде сесть. Ну, дайте же мне динамическое слово, которое расскажет мне, что происходило. Вы омывали ноги людям? Давай, скажи это снова. Он взял нашу грязь на себя. Так какое слово описало бы этот процесс? О, аллилуйя! Кто был этот просветленный человек? Кстати, не могли бы вы поделиться этим словом? Давайте, вы можете это сделать. Отличная работа сегодня утром. Они тебя не услышали. Скажи это еще раз. Сегодня утром нужно 6 раз. Хорошо. Теперь вы понимаете, что я чувствую. Он перенес символически. И наша сестра здесь сразу это увидела. Перенос. Грехи его детей он взял на себя. Это Пасха. Он знал, кто был пасхальным акцем. Вся его жизнь была предопределена Духом, шаг за шагом. А они все время пропускали это. Иисус, спасибо, сестра, переносил наш грех на себя. Кстати, я экспериментирую с этим каждый раз, когда иду мыть ноги. Я помыл ноги, и мы с женой изучили полотенце. Я поднял его, посмотрел на него. Гадайте, что? Неважно, насколько чистыми были ноги человека. Когда я смотрю на полотенце, знаете, что я вижу? Я вижу там какие-то пятна. Я вижу некоторые следы грязи. И я говорю, вау! Представьте себе ноги, которые только что ходили часами по пыльным улицам. И вот Иисус моет их и вытирает одеждой, которую Он на самом деле носит. Если вы когда-либо сомневались в том, как сильно Он нас любит, пожалуйста, покайтесь в этом сегодня утром. Это Иисус берет на Себя ваши грехи, зная, что вскоре это приведет Его к смерти. И насколько ученики были готовы отпустить эти грехи? Мы все любим Петра, не так ли?
Некоторые из нас даже отождествляют себя с ним. Стих 6. Он подходит к Симону Петру. Я пытался перевести это на современный язык. Я слышу, как Петр говорит: «Что ты делаешь, Господи? Ты действительно думаешь, что будешь мыть мои ноги?» Потому что у Петра было видение царя, который собирается основать свое царство и который будет пинать римлян под зад. Вот чего он хотел. Он все еще не понял, что Царство Божье — это царство служения, самоуничижения, готовности умереть, если это необходимо, по причине любви, которую мы испытываем к другим. Вот это Царство Божье. Речь идет не о положении, речь идет не о признании, речь идет не о том, чтобы чьи-то способности были восхвалены, речь идет о смирении, служении и любви к нашим ближним во имя Бога. Вот такое Царство Божье, не так ли? Ты действительно думаешь, что будешь мыть мои ноги, Господь? Так говорит Петр. И Иисус дает ему мягкий упрек. И стих 7 говорит: «Что я делаю, ты не можешь сейчас осознать, но ты поймешь позже, это довольно мягко». Но Петр, конечно, продолжает копать все глубже и глубже. Он готовится к более гораздо сильному упреку. И здесь бессмертные слова. «Ты никогда». «Ты никогда не омоешь мои ноги. Никогда». Он понятия не имел, что он отрицал. Он отрицал искупительную смерть Иисуса, которая делала возможным перенос всей его мерзости на Иисуса. Так что каждый день своей жизни он мог вставать и говорить вместе с апостолом Павлом в Римлянам 6:11: «Почитайте себя мертвыми для греха». Что если вы чувствуете себя немного более святым этим утром? Ну, ничего не поделаешь с этим. Вы можете считать себя мертвыми для греха, потому что кто-то умер с вашим грехом в нем. У вас есть все права сегодня утром. И я приучил себя, спасибо, Господь, за привычку, которая наконец-то укоренилась. Я приучил себя, как только мои ноги коснулись пола утром, Римлянам 6:11 теперь всплывает в моем сознании. И я, поднимая глаза, говорю Богу: «Благодарю. Я почитаю себя мертвым до греха сегодня утром через искупительную кровь Иисуса и живым для Бога по причине Его славного воскресения». Как ваша вера сегодня утром? Итак, Иисус сейчас дает Петру упрек. Стих 8. «Если я не умою тебя, то не имей счастья со мной». Эти прекрасные слова исходят из него. «Господи, не только ноги мои, но и руки, и мою голову». Другими словами, «возьми от меня все скверное и позволь этому пасть на тебя». О, какой же у нас Бог! Какой у нас Бог! Сегодня утром я держу перед вами сокрушенное тело Господа Иисуса Христа. Поэтому я напоминаю вам, что со стороны Отца вы объявлены совершенными. Вы оправданы каждый день своей жизни, когда приходите ко кресту. Во-вторых, ваш враг был побежден. Вау! В-третьих, ваш грех был передан тому, кто этого не заслужил. Кто ощутил на себе всю полноту гнева своего Отца, когда умер
неся на себе всю полноту моего греха. Благодарю, Отец, предлагая мне взамен прощение, свободу, примирение, свобода. Свобода — это наслаждаться ежедневными отношениями с Ним во мне. Это свобода, не так ли? Это свобода. Примирение. Прощение. И привилегия теперь восстановиться обратно в Его образ. Какой же у нас Бог? Какой же у нас Бог? И я думаю, искупительная смерть Иисуса — самое недооцененное событие в истории. Потому что сегодня утром благая весть в том, что Бог снял с вас вину, осуждение. Суд, как мы видели вчера вечером, и даже вторую смерть. Бог снял все это с нас через искупительную смерть Иисуса, чтобы мы теперь могли облечься в Его чудесную жизнь, что является нашим вторым служением сегодня утром. Итак, любой, кто сидит здесь сегодня утром, это серьезный вызов. Кто, возможно, отвык, или, может быть, у него никогда не было привычки приходить ко кресту Иисуса, проводить этот час размышлений каждый день, глядя на великолепный крест Иисуса и видя сломанное тело Сына Божьего и осознавая заново, это я был там, вися там, в нем. Это была моя смерть, это был мой суд, это была моя вина, это было мое осуждение, падающее на него. Благодарю, Боже, за то, что сегодня снова снял с меня все это. Освободил меня. Да, освободил меня, чтобы принять Его чудесный дух в другой день моей жизни. Есть кто-то, кто сидит здесь сегодня утром, как ученики древности, которые были способны сказать, «Ты никогда не умоешь моих ног». Вы отвыкли приходить ко Христу каждый день. Самая важная привычка в нашей жизни — и видеть щедрость Бога в даре Его Сына на Голгофе. Вы должны стоять сейчас, если это вы. Почему вы сидите, как будто приклеены суперклеем? Вы должны стоять сегодня утром. Почему вам не выйти вперед сегодня утром, если это вы? Выходите вперед. Я хотел бы посмотреть на ваши глаза сегодня утром. Если вы сидите здесь сегодня утром, и это привычка, от которой вы отпали, и вы хотели бы обновить свои обязательства перед Богом сегодня утром, чтобы эта привычка прочно укоренилась в вашей жизни. Итак, вы можете прийти ко Христу, выйти вперед, пожалуйста, и принять искупительную смерть Иисуса каждый день. Выходите вперед в покаяние сегодня утром. Бог милостив. Он возложит на вас свой любящий, прощающий дух, и вы найдете силы через пребывающую силу Его Духа, чтобы эта привычка утвердилась в вашей жизни. Есть еще время, если вы находитесь под обличением этим утром. Это очень конкретный призыв. Это призыв тем, кто по какой-то причине, может быть, просто занят своей жизнью, и вы избавились от привычки приходить на крест, ко кресту каждое утро и принимать все, что Бог предложил вам через искупительную смерть Иисуса. И выходя вперед сегодня утром, вы говорите Богу, «Прости меня, дай мне благодати, чтобы эта привычка прочно утвердилась в моей жизни,
Итак, я не проведу еще один день своей жизни, лишенный всего того, что ты предлагаешь мне через искупительную смерть Иисуса. Последний раз, последний призыв сейчас. Кто-нибудь еще остался сидеть? Кто знает, они должны быть здесь, но суперклей удерживает вас. Помните, враг над вами не имеет власти, поэтому встаньте верой и присоединитесь к тем, кто смело вышел вперед этим утром. Прекрасная группа людей здесь сегодня утром. Где-то был ручной микрофон, не так ли? Вот один здесь. Спасибо. К сожалению, у нас нет очень много времени. Я бы хотел сейчас уделить полчаса и послушать несколько свидетельств. Но я собираюсь уделить время, чтобы послушать одно или два. Кто стоит здесь сегодня утром с глубоким убеждением? И вы просто хотите вознести свое сердце к Богу и прославить Его. Кстати, нет такой хвалы, как хвала того, кто увидел красоту искупительной смерти Иисуса и осознание приходит к ним. Аллилуйя! Я совершенен в глазах Бога. Я полностью прощен. Моя вина и осуждение были сняты с меня. Он даже умер моей смертью. Что еще он мог сделать, чтобы показать мне, как сильно он любит меня? Если здесь хоть один человек сегодня утром, который может возвысить свое сердце и просто восхвалить его, пожалуйста, продолжайте, сестра, ничего не вспоминайте о себе этим утром, только о нем. Хорошо. Я хочу восхвалять его за свободу, которую мы имеем в своей жизни благодаря Иисусу Христу. Аминь. И его потрясающая жертва. Аминь. Она подчеркивает свободу здесь сегодня утром. Прекрасно, спасибо. Кто-нибудь еще полон хвалы сегодня утром? Я бы с удовольствием услышал хвалу. Аллилуйя, большое спасибо. Я настолько благодарна за то, что делает Бог в нашей жизни, и за то, как Святой Дух движет, чтобы приблизить нас к Нему. Я рада, что Он настолько заботится об отношениях с нами. Расскажите мне, что вы чувствуете по поводу искупительной смерти этим утром? Его искупительная смерть удивительна. Я благодарю Его за то, что Он избавил меня от моей греховности и дает шанс прославить Его. Большое спасибо, прекрасная хвала, которая доносится. Знаете, мы все заняты, иногда вы верно говорите, но как ученики царя мы должны следовать за ним. Это будет началом дня каждый день. Расскажи нам, о чем искупительная смерть Иисуса побуждает тебя петь ему хвалу этим утром. Знание того, что начинать каждый день, это то, что нужно, потому что именно так делал Христос. Работа в течение дня и в конце дня перед сном все еще может быть вычеркнута из списка. Какое приношение дает тебе такую радость через его смерть? Тот факт, что он ничего не утаил от меня, и я должен быть готов сделать то же самое для него. Хорошо, спасибо. Спасибо всем. Я просто хочу прославить Бога за план спасения, который был заложен от основания мира. Аминь. И я с нетерпением жду того дня, когда мы сможем преклонить колени перед Ним. И спасибо за его сына. Аминь. Спасибо, брат. Сегодня утром было такое убеждение. Есть еще время для кого-то. Кто-то счастливчик, который хочет возвысить свое сердце и поблагодарить его. О, у нас тут их двое. Они стоят рядом с друг другом. Хорошо. Я хочу поблагодарить Бога, что мне больше не нужно этого делать, что Он уже это сделал. Аллилуйя. Аминь. Вау. Музыка для моих ушей. Спасибо, Боже. А я просто хочу поблагодарить Господа, что Его рука постоянно протягивается ко мне через все взлеты и падения. Большое спасибо. Вау. Я кого-то пропустил? Я хочу пригласить президента подняться и присоединиться ко мне сегодня утром. Я думаю, было бы очень уместно, старейшина Карсон, чтобы вы помолились сегодня утром за тех дорогих людей, которые почувствовали необходимость выйти вперед сегодня утром.
И, кстати, прежде чем мы закончим, если вы сидите там, и это ваша ежедневная привычка, и вы просто хотите подтвердить свою приверженность, продолжать приходить ко Христу каждый день, пожалуйста, встаньте и присоединитесь к нам, чтобы мы могли объединиться в нашей хвале, прежде чем мы закончим сегодня. Большое спасибо. Мы хотим пригласить старейшину Карсона вознести сейчас особую молитву благословения, чтобы это стало ежедневной привычкой каждого человека на этом великом лагерном собрании. Спасибо, старейшина. Отец Небесный, нам сегодня очень ясно напомнили, что все дело в Тебе. Господь, мы так старались, мы пытались произвести на Тебя впечатление, мы пытались произвести впечатление друг на друга, мы пытались оправдаться, мы превратили это в некую игру. Но, Господь, мы здесь сегодня, чтобы признать, что Ты можешь спасти нас прямо здесь сегодня. Благодарим Тебя за то, что Ты принимаешь нас. Мы благодарим Тебя за то, что Твоя жертва была более чем достаточной. И молюсь, чтобы каждый человек в этом зале сегодня почувствовал силу Твоего Духа. Не для того, чтобы достичь большего, а чтобы знать, что Ты просто любишь нас, и мы можем в этом покоиться. И то, что Ты можешь сделать через верных людей, Отец, просто поразит вселенную. Поэтому, Господь, сосредоточь нас на Себе. Дай нам почувствовать себя зависимыми от Тебя. Дай нам знать, что вместе мы можем поддерживать друг друга. Поэтому благослови, Отец, потому что Ты благой. Благодарим, что принимаешь нас, даже если мы не такие. И снова говоришь нам, что мы достаточно хороши прямо сейчас, благодаря Иисусу. Благодарим, благодарим, благодарим. Аминь, аминь. Большое спасибо. Да благословит вас Бог.